хватит тренироваться. Пора встретиться с настоящим противником. Королевская битва. Газ распространяется очень быстро. Перейдите в безопасную зону. Уничтожьте все цели в районе операции. Цель на ликвидацию подтверждена. Разрешаю атаку. Что за, блядь, руки? Ну? Того машины еще. Да. Бля, что это такое? Я тут пиздец. Тут легкий трат. Тут продавец, если вам нужно снаряжение. Тут продавец, если вам нужно что снаряжение. Хорошая работа. Противник высаживается в районе операции. Противник выебывается в районе операции. Будьте осторожны. Над нами вражеский БПЛА. Пиздец, блядь, что это такое? Серно это, блядь, сука. Вражеская команда открыла на вас охоту. Будьте начеку. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Эх, хуёпа. Приближается газ. За тормоза, пиздец, сервер какой-то ебанутый. Время ЦП, время видеокарты нормально. А чё, блядь, за глюки такие? Без видеокарты ебанутый.
что ты все... О, блядь, это камень. Скинуть бакс. Противник потерял ваш след. Вы в безопасности. Противник высаживается в районе операции. Ссылка с комплектом. Спасибо. Тормоза, конечно, мы там знаем. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Я за рулем. Кому-нибудь надо? Цель на ликвидацию отмечена. Убейте ее. Иду. Границы безопасной зоны смещаются. Над нами вражеский БПЛА.
кому-нибудь надо? Ваша задача – уничтожить цель на ликвидацию. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол 3-0, вас понял. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол 3-0, вас понял. Иду! БПЛА начинает разведку. У беспилотника закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Хорошая работа. Ой, бля. Ну возьми что-то. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол 3-0, вас понял. БПЛА начинает разведку. Надо? Тут легкий транспорт. Тут легкий транспорт. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. У беспилотника закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Разрешаю атаку. Иду. Я за рулем. Границы безопасной зоны смещаются. Цель помечена! Бомби! Я строитель 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Цель уничтожена. Хорошая работа.
Это кому-нибудь надо? Транспорт прибыл. На площадку. Живо. Над нами вражеский БПЛА. Иду. Я за рулем. Вертолет готов к внесению наличных. Контракт выполнен. Вы хорошо поработали. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол-3-0, вас понял. Я Сокол-3-0, запрос вас на разведку понял. С воздуха! Я Сокол-3-0, вас понял. БПЛА начинает разведку. Это кому-нибудь надо? Иду! Груз в безопасности. Транспорт цель помечена, бомби! Операции. Груз успешно прибыл на базу. Я Феникс-3, вас понял. Цель помечена, бомби! Цель помечена, бомби! Я строитель 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Цель помечена, бомби! Я строитель 2-0, вас понял. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол-3-0, вас понял. Я Сокол-3-0, вас понял. Я Сокол-3-0, вас понял. БПЛА начинает разведку. У беспилотника закончилось топ. У беспилотника закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол-3-0, вас понял. Больше никаких сражений. Здесь пусто. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Цель помечена, бомби! Я строитель 2-0, вас понял. Вам отправлена посылка с комплектом. У беспилотника закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку.
Над нами вражеский БПЛА. Это кому-нибудь надо? Уничтожить цель на ликвидацию. Границы безопасной зоны смещаются. Попали в десятку лучших. Отлично. Вы вошли в пятерку лучших. Превосходно. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Цель помечена! Бомби! Я строитель 2-0. Вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Иду! Осторожно! Газ приближается! Цель помечена! Бомби! Я Феникс-3, вас понял! Захожу на цель! Концентрация газа повышается. Следуйте. Цели не поражены. Цель уничтожена. Хорошая работа. Опасные зоны смещаются. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол 3-0, вас понял. Я Сокол 3-0. Запрос на разведку с воздуха! Я Сокол 3-0, вас понял. БПЛА начинает разведку. Цель помечена, бомби! Я Строитель 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Цель помечена, бомби! У беспилотника закончилась топка. Я Строитель 2-0, вас понял. Не осталось. Мы служили потерянным.